Сколько нужно времени тренироваться, чтобы новичок уже увидел свой результат? Меня зовут Таня, я сертифицированный фитнес-тренер. Свое местное образование получила в Австралии и здесь же преподаю. Скажу так, что новичкам в этом плане везет, потому что прогресс будет виден очень быстро. Если вы начинаете с нуля, то вы заметите уже сразу, буквально через неделю вы почувствуете разницу, через 2 недели вот как бы заметно уже будет, и через 3 недели вы уже видите физически, что кожа подтянулась, что вы лучше спите, что у вас больше энергии, что вы стали более выносливыми, что даже появляются уже мышцы, то есть они больше растут. То есть это все происходит очень быстро новичков. Если сравнить новичка и профессионала, профессионалу, чтобы изменить хоть чуть-чуть, ну, чтобы хоть чуть-чуть улучшить свою форму, нужно прикладывать очень много усилий. Для новичка это происходит очень быстро. Там, в первый год можно растить 10 килограмм мышц, новичок может сделать, а вот профессионал, ну, максимум 5, максимум. Новичок начнет прыгать, ну, например, прыгаете вы 20 сантиметров от пола. Ну, через неделю вы уже прыгаете 30 или 40, то есть вы прогрессировать будете очень быстро. А если взять, там, допустим, олимпийского чемпиона, или, например, чемпионку, вот у нас украинка, вот у нее был рекорд 2 метра 10 сантиметров, это мировой рекорд по прыжкам в высоту, и его никто не может побить, потому что даже если вы будете прыгать 2 метра и 5 сантиметров, у вас остается еще 6 сантиметров, чтобы перепрыгнуть уже максимальный рекорд, а это там прямо каждый миллиметрик, он уже имеет значение, понимаете? Здесь же, когда мы только начинаем, когда мы только стартуем, мы можем очень хорошо, быстро прогрессировать. Вот из нуля до очень хорошего результата за очень короткое время. Поэтому, если вы еще не настроились, если вам нужна психологическая, эмоциональная помощь, мотивация, то я, конечно, приглашаю вас на свои марафоны. Ссылочка будет в описании. Приходите, тренируйтесь, у вас будет моя личная поддержка. У вас там будет также меню, по которому вы будете питаться, потому что питание очень важно, энергетический ресурс. Также я веду индивидуальные тренировки, индивидуальное ведение, в зависимости от ваших пожеланий. Можем сделать программу специально под вас. И сейчас у нас стартует мини-мини такой марафончик бесплатный для того, чтобы вы почувствовали, как работают эти тренировки на практике. Так что подписывайтесь, переходите в мой телеграм-канал, вот там будет проходить вот этот вот мини-марафон, где вы можете попробовать тренировки, потренироваться со мной, узнать меня немножко получше и начать уже, конечно, тренироваться, улучшать свое здоровье, самочувствие, физически становиться крепче, выносливее, сильнее, для того, чтобы жить в этом теле дольше, потому что спорт — это здоровье, это молодость и это красота. Обязательно начинайте тренироваться. Если хотите, то можете, конечно же, тренироваться по тренировкам из YouTube. Очень много тренировок. Здесь нужна, конечно, мотивация включить видео и начать тренироваться. С марафоном немножко проще, потому что здесь уже у вас будет компания единомышленников, которые вас будут подбадривать, и вы сможете пройти 3-недельный марафон. А дальше будет уже проще, потому что если вы будете уже тренироваться, вы как бы уже будете в моменте, и дальше для поддержания формы вам надо будет всего лишь делать 20% от того, что вы делали ранее, а для того, чтобы наращивать, просто продолжать и немножко увеличивать тренировки, либо увеличивать, либо увеличивать интенсивность, либо добавлять какие-то отягощения. Если вам было такое видео интересное, то, конечно же, ставьте лайк и увидимся в новых видео. Пока-пока!